Всем привет, я Юлия Андреева. Хотите, расскажу вам о погоде на субботу, 3 августа? Тогда поехали. 7, 8, 10. Нет, это не считалочка, это температура воздуха, которая ждет нас на территории Кировской области в субботу. Ну хорошо, что хотя бы со знаком плюс. Хотя в Вятских Полянах аж плюс 15, но в среднем по району прохладно, пасмурно и кратковременные дожди. В Кирове в субботу будет облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха днем 10-11 градусов тепла, ночью плюс 7-8. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, влажность воздуха 77%, магнитное поле спокойное. А в жилом комплексе «Васильки» от группы компаний «Железно» в любой погоде так чисто и красиво, что даже по газонам ходить стыдно. Световой день в субботу станет еще короче, его продолжительность составит 16 часов 34 минуты, луна продолжает расти. На этом у меня все, это был прогноз погоды на субботу, 3 августа. Пока! От высоких цен головокружения? У нас для вас отличное предложение! Квартиры будущего от «Железно» всего от 900 тысяч рублей. Скорее звони 3-5-3-8. Актив-формат от «Железно». Активный старт новой жизни!